Друзі, радий вітати всіх, хто разом з нами. Ми на ютуб-каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Перш ніж ми почнемо цю розмову, будь ласка, хотів би звернутися до вас і попросити про те, аби ви не забували підписуватись на наш ютуб-канал, не забували ставити вподобайки і залишати коментарі під цією розмовою. Більше того, у нас є ще одна дуже цікава опція. Вона називається спонсорство. На головній сторінці нашого ютуб-каналу ви можете зробити максимум для того, аби наші проекти були дуже якісними, якіснішими, кращими. І поки ми чекаємо пана Хліба П'яних, скажу, що завдяки ваших фінансових внесках ми зможемо зробити нашу роботу набагато кращою. Тому, будь ласка, скористайтеся цією можливістю. Всією редакцією вас закликаємо. Представлю свого гостя. Зі мною Гліб П'яних, журналіст. Гліб, здравствуйте, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Я би з чого хотів начати. Значить, президент Росії, главний преступник, сделал следующее заявление. СВО, так они называют войну, специальная военная операция, может стать длительным процессом. Однако появление новых территорий – значительный для России результат. Это серьезный вопрос. Длительный процесс – это насколько, как вы думаете? А от него ничего не зависит. От Путина вообще уже ничего не зависит. Вы видите, да, что логика истории неумолимо идет своим чередом. Украинская армия воюет очень классно, да, ничего с этим поделать Путин не может. Он объявил мобилизацию, ну и чего? Ну и что мы видим с этой мобилизацией? Полные телеграм-каналы этого видео, как эти несчастные мобики, да, несчастные, но вы их не пожалеете. Ну кто их пожалеет? Ну я их пожалею. Правда, им от этого легче не будет. Поэтому Путин, когда что-то говорит, он вот сейчас пытается, как обычно, народу зубы заговаривать. Но при этом все меньше и меньше русского народа верит Путину. Вот уже рейтинги главных его пропагандистских там этих каналов упали там с 17 место, по-моему, у Соловьева. Вот как народ теперь верит Путину и всей его пропаганде. Так, может, ну хорошо, в таком случае они что, будут меньше поддерживать войну, они не будут вовлечены в этот процесс, они же каким-то образом, ну, сопереживают своим сыновьям, я сейчас о матерях говорю, которых отправляют на войну и которые там погибают. Или что, если он говорит, что это будет продолжаться, ну, не бесконечно, но долго, это длительный процесс. Длительный процесс требует больше средств, больше ресурсов, больше техники. А где это все? Чем воевать? Или кем воевать? Главное, что он сказал сегодня, что из тех, кого уже мобилизовали, 150 тысяч до сих пор не пришли на фронт. То есть их где-то там обучают. И это намек на то, что типа новых мобилизантов нам не надо. Сидите дома спокойно, не дергайтесь, не бойтесь. У нас еще там 150 тысяч, как говорится, еще предстоит только обучить. Я не верю. По-моему, это вранье. И я думаю, что русский народ тоже не верит. Тем более, что, смотрите, сейчас вышло сегодня такое пропагандистское видео о том, что уезжает какой-то там пацан в Грузию из России, и там ему вслед говорят, вот, мальчики уезжают, а мужчины остаются. Ага, остаются, и их загребают и отправляют на фронт. Ну-ну. Если бы все было так хорошо у Путина с армией, с солдатами, с мобилизантами, не было бы этих вот пропагандистских роликов, всей этой говорильни. Мы уже, наверное, привыкли в России к тому, что если Путин сказал что-то, понимай ровно наоборот. Тогда как это будет ровно наоборот? Ну, ровно наоборот, что, так сказать, война закончится достаточно быстро. Может быть, полгода. Я понимаю, как это звучит для украинских там жен, матерей, детей, у которых там разрушают дома, все, так сказать, сегодня ты жив, завтра нет. Но тем не менее, да, полгода это не 10 лет, полгода это не 5 лет. Это реально все-таки быстро, да. Я не верю, что вот Россия сможет воевать больше, чем полгода. Ну, не верю, что столько ракет этих крылатых, так сказать, хватит. Не могу я в это поверить. Помимо Путина, сегодня делал заявление еще Лавров и сказал следующее. Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт, при условии выполнения наших абсолютно, как говорит он, законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать. Конец цитаты. Скажите, пожалуйста, а наши законные требования это что? Это однополярный мир? А то вы не знаете. Законные требования Лаврова это такие. Значит так, Крым наш. Да. Донецкая, Луганская область, которые уже захвачены, это тоже наша. А теперь давайте начнем переговоры. Вот вы все это прекрасно знаете, поэтому вот улыбаетесь, делаете вид, что вы не знаете, да все знают, я не знаю. Это Лавров все говорит, это опять бла-бла-бла, вот просто пустое. Вот я послушал Лаврова и думаю, и кому это, и зачем это?
Это опять для внутренней аудитории, для, так сказать, для российского телевидения, чтобы там Лавров, чтобы те, кто еще верит Путину и его власти, думали, что ну как же так? Наша мирная власть хочет, так сказать, мира, предлагает мир, а вот такие плохие украинцы не соглашаются вести мирные переговоры. Ай-яй-яй-яй-яй. Таких людей все меньше, меньше и меньше в России. В том-то и дело, если это невыполнимо априори изначально, тогда в таком случае какова главная цель? Да? Зачем вот эта вся бредятина? Для внутренней аудитории, для российского телевизора, а еще для самого Путина. Очень многие чиновники говорят иногда полный бред для того, чтобы только понравиться Путину. Но вот это не из этой серии. Это как бы не полный бред с точки зрения массовой аудитории. Там куда больше бывают штуки про всякие там завихрения на тему там ЛГБТ, еще что-то. Я этого не помню, да, вот ну, что-то про НАТО, ЛГБТ, про гей-ропу и вот это вот, что они говорят. Я за этим не слежу, и вы, кстати, тоже. То есть вы на это тоже не обращаете внимания. Вы все-таки обращаете внимание на что-то, ну, более серьезное. Типа Лавров сказал, что Россия хочет мира и мирных переговоров. Ну, вот на это вы обращаете внимание. А уже про то, что он там в Швеции не мог туалет найти, вы на это уже не обращаете внимания. А как вы, слушайте, а что вы испытали, когда увидели эту новость или там прочитали? Что это тоже на внутреннюю аудиторию? Ну, это просто такая, знаете, в контексте ремарки. Это на Путина. Мне кажется, это на Путина. Ну, на Путина. Ну, на кого еще? Не, а кроме того, ну, как бы, действительно дебилизм, если там одинаковые туалеты. Ну, действительно дебилизм и перегиб. И мы с вами можем это признать. Только сейчас не до того, сейчас есть дела поважнее. Хрен с ними, с туалетами, да, в Швеции. Да, нам бы их проблемы. Смотрите, значит, о чем сообщает издание Newsweek. Подразделения элитных частей российской армии, воюющие в Украине, потеряли убитыми, ранеными или пропавшими без вести от 30 до 40% личного состава. Об этом сообщают журналисты вот этого издания со ссылкой на представителя оборонного ведомства одной из европейских стран. Мы с вами говорили о том, что 300 человек, ну, я не верю, кстати, в цифру 300, не знаю, это мое личное мнение, я думаю, что гораздо больше. Но, тем не менее, 150 сейчас на фронте, как он сказал, 150 еще не вовлечены в эту войну. Значит, что происходит дальше? 40% профессиональных военных, как они утверждают, они потеряли. И что тогда происходит, да? Чему веками этими воевать или что? То есть какой потенциал у всего того, что они сейчас делают? Ну, точно мы не знаем. Вот ощущение у меня тоже, что потенциал тает. У меня тоже ощущение, что когда они роют окопы там в Крыму, то это уже от безнадеги, от безысходности. Но при этом, даже если они потеряли 40% профессионального состава, а мы с вами знаем, сколько там вагнеровцев было? Не знаем. А мы с вами знаем, сколько из зэков, которых там вагнеровцы себе нагребли, сколько из них, так сказать, в общем, нормальные, достаточно боевые. Мы с вами не знаем. Поэтому мы там со свечкой не стояли, вы понимаете? Тем более данные о потерях. Ну, сколько мы видели вот этих вот брошенных трупов, да, по всей Украине? Ну, кто их считает? Ну, какая там иностранная разведка может их посчитать? Ну, слушайте, я бы всерьез не воспринимал эти данные. Здесь есть еще одна история. Значит, Институт изучения войны сообщает о том, что Кремль пытается настроить население России на будущее волны мобилизации. Однако, как утверждают аналитики, такое решение не исправит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны против Украины. Сегодня Путин, и вы, кстати, с этого начали, сказал о том, что мы пока не планируем призывать людей. Да? Мобилизации больше не будет. Но все факторы, о которых пишут эти журналисты, аналитики, свидетельствуют о том, что действительно это таки произойдет. Тут непонятно когда. То ли весной, то ли во второй части следующего года. Что думаете вы? Ну вот первая мысль, что Путин выступил перед Новым годом, что он хочет успокоить народ, что типа, ну, до Нового года точно мобилизации не будет, поэтому пейте там свое сладкое шампанское спокойно, да. Но это с точки зрения здравого смысла. А мы с вами много здравого смысла у Путина-то видим за последние полгода, а? Он вообще там есть хоть сколько-то? Может, как раз наоборот, сейчас он сегодня выступил, а через 3 дня пошли по всей России грести всех подряд и мобилизовывать. Я просто не уверен, что есть их во что обувать, одевать. Я не уверен, что хотя бы там бушлаты какие-то найдутся, да? Но мы со свечкой не стояли на этих военных складах. Сколько там осталось, сколько там украли. Вы обратите внимание, Гиркин Стрелков сегодня опять начал писать так очень жестко против Минобороны и против в целом всей спецоперации. Ведь он довольно давно уже куда-то пропал. Приехал на фронт якобы, сфотографировался и тишина.
Сегодня у него прям в телеграм-канале пошли такие прям посты жесткие о том, что да все, в общем, вы просрали. Вот такие у него посты и тексты сегодня. Я думал, о, что-то тут неспроста. Он, кстати, вчера тоже писал, ну, по крайней мере, не знаю, как он писал, но многие журналисты писали о том, что якобы он не может принимать участие в этой войне официально, потому что там что-то не получается с документацией, какие-то документы и так далее и тому подобное. Сейчас вот мы уже видим посты в отношении Минобороны, это же не впервой, да, и в отношении Путина, и в отношении Шойгу, и других лиц тоже он не сдерживал никогда критику. Но мне кажется, он молчал, вот, ну, недели две точно молчал, а может больше, я вот точно не понимаю. Когда вот появилась какая-то фоточка, где он там нарядился весь этот камуфляж, и он непонятно где находится, но якобы на фронте, его кто-то не пускает, а кто-то пускает, но не пускают тебя официально и Минобороны, к Пригожину попросись, тут же тебя пустят, и все у тебя будет хорошо. Поэтому это все лукавство. Какие бумажки? Война идет. Господи, боже мой. Не-не-не. То, что он перешел в наступление на Минобороны, да, скорее свидетельствует о том, что это Пригожин перешел в наступление на Минобороны. Почему? Почему Пригожин почувствовал, что сейчас у Минобороны России как-то что, положение стало хуже? Или просто у Пригожина стало положение лучше? Или сейчас самое время перейти в Минобороны, на наступление? И вот опять Путин выступает тоже на тему мобилизации. Значит, что-то там не так все хорошо, не так просто. Да? И поэтому, видите, задвигались игроки внутри вот этой вот системы. Да? Путин выступил, так сказать, Стрелков заговорил, а значит, скорее всего, это Пригожин. Вот как-то так. А что, кстати, это может... То есть какую цель он преследует? Свои люди в Минобороны... Значит, я не знаю, сместить Шойгу, продолжать пилить деньги дальше или выслужиться перед Путиным. Что, какая главная у него цель? Ну, у меня ощущение, что Пригожин ведет личную избирательную кампанию, что его задача не какая-то сиюминутная. Отставка Шойгу ему плевать, он будет также плевать генералов, которые будут вместо Шойгу, например, да. Но он, так сказать, демонстрирует все большему количеству людей, что он очень крутой. У него есть своя армия, что он много может, что он может и ругать больших начальников, и воевать на фронте успешно, и не знаю там. И к нему начинают подтягиваться всякие разные. Ведь то, что он говорит, это же еще и работает на элиту внутри России, которая тоже же мечется. Она думает, господи, боже мой, уже Херсон сдали, дальше что, куда, да, к кому прислониться, кто следующий, кто будет центр силы. О, Пригожин, смотрите, какой он крутой, какой он борзой. Надо уже держать уши по ветру в сторону Пригожина. Вот, наверное, его стратегия такая, да, стратегия, да, а конкретные сиюминутные цели сейчас не имеют значения. Он, я думаю, действует как вдохновенный артист, знаете, он поет, и куда там его занесет, какую он ноту сейчас возьмет, кому кувалду пришлет, кому не пришлет, он не знает. Сегодня он на этого Слуцкого наехал, который возглавляет ЛДПР. Да? Серьезный наезд, классный. Слуцкий действительно очень неприятный персонаж. И действительно его вот эти вот там приставания к женщинам, это прям такая вот недостойное, так сказать, поведение и все на свете. То есть Пригожин хорошо, так сказать, позиционирует себя, что он против всякого вот, против чмо. Он против чмо, понимаете? Ну вот. А если смотреть глобально на вот эти амбиции, в таком случае здесь что нужно усматривать? Президентство будущее, где-то там в очень далекой перспективе, или же свои люди в парламенте в рамках чего? Единая там политсила или единая, ну, своя политсила, единая Россия или как? Вот партия Ястребов. Вот на это расчет или на что? У меня ощущение, что он выдвинет кого-то перед собой. И на мой взгляд, он перед собой выдвинет какое-то небольшое там политбюро, 3 человека. Я считаю, что это будет там, не знаю, ну, например, Грудинин, кто-то годящийся Грудинину в сыновья возраст 35 плюс-минус, и, скорее всего, это будет женщина-предприниматель. И третий должен быть какой-то писатель, лидер мнений, которому, так сказать, вот верят, не знаю, ну не как Солженицыну, про него, я думаю, подзабыли, а, так сказать, ну вот Проханов мог бы быть. Но Проханов, во-первых, староват, во-вторых, по-моему, зарапортовался с политикой, с геополитикой, а будущая, так сказать, власть, она будет дистанцироваться от геополитики. Вот в России тот, кто захочет прийти к власти после Путина или вместо Путина, он, мне кажется, заговорит, что, ребята, Россия проиграла войну, мы ничего не можем сделать, мы, так сказать, тоже не любим НАТО, но деваться нам некуда, и поэтому мы теперь будем заниматься своими делами внутри России.
И как бы вот те русские, которые до сих пор ненавидят НАТО, Украину, слушают эту ахинею по телевизору и верят, они скажут, а что, нормальные ребята, точно, действительно, у нас много внутренних проблем, у нас там и коррупция, и там ЖКХ плохой, и тут воруют, давайте действительно займемся делом, а как бы про Крым наш пока говорить не будет. Ну что ж, проиграли войну, так проиграли. Бывает. Типа ее Путин проиграл, да? А этот хороший парень, вот он трех посадил перед собой, они отличные ребята, а то, что у них за спиной стоит Пригожин, мне кажется, это будут знать только умники и вот, так сказать, обсуждать политические обозреватели. А народ будет по телевизору вот потреблять вот этих трех новых правителей России, и они не будут ни президентами, ни парламентом, они будут именно вот каким-то комитет по спасению России. Это будет вот какая-то такая структура. Слушайте, а президентские выборы в России когда? В 2024-м? Да, да. А что вот это самое интересное, то есть что будет тогда? Нужно будет что-то продемонстрировать, нужно будет что-то показать. И как изменит, по сути, вот ход и предвыборной кампании, и в целом политическую карьеру и политическое будущее тех, кто сейчас у власти в России, военное поражение на фронте здесь в Украине? Да дожить до этого надо, до этих выборов 2024 года еще столько воды утечет. Я уверен, что военное поражение к тому времени будет. Но Конечно. Если Путин сохранит власть, то он начнет что-то рассказывать, что, так сказать, он перевернет с ног на голову все, что угодно. Он не будет говорить, что мы проиграли войну, но он будет что-то говорить такое, что как бы, ну, все утрутся, схавают и будут, так сказать, сидеть дальше, молчать в тряпочку, потому что что, нефть, газ продается за границу? Продается. Какая-то выручка в Россию идет? Идет. На полицейских хватает там? Хватает. Ну, вот как бы вот такая ужасная стабильность. Она возможна? Возможно. Вот что ужасно. Стабильность возможна. Ну, просто, я не знаю, скажут там, смотрите, слушайте, что происходит? Вы нас тут накачивали могуществом, империализмом каким-то, величием каким-то, значит, пугали НАТО, сказали о том, что в Украине нацисты или там неонацисты, фашистующие молочки. Я уже просто запутался во всей этой терминологии, во всем этом бреду и так далее. Значит, что мы получили взамен? Мы жили спокойно до 24 числа, получили какие-то санкции, получили рост цен, получили меньше по зарплате и пенсии, наши сыновья там погибли на войне, мы проиграли эту войну, и что дальше? Вот тоже сложа руки будут слушать или что? Вы говорите, как умный. А большинство-то людей в России, они по-другому мыслят. У них вот этого вот сложные причинно-следственные связи, у них в голове, что это НАТО нас победило, это НАТО нас замочило. Им это расскажут, они поверят, что НАТО. И что тогда? Они что-то будут делать, перепринимаешь это или нет? Они будут, конечно, как жили, так и будут. Они никогда в своей жизни ничего не предпринимали, и сейчас ничего не будут предпринимать. Если им дадут свободу выбора проголосовать за кого-то, они проголосуют. Но такую свободу им не дадут. Путин не даст. Если вместо Путина придет там Пригожин и выдвинет трех людей перед собой, он тоже им скажет, вот лучшие люди. И они скажут, лучшие люди, мы спасаем Россию, не нужны нам выборы. Потому что выборы – это бардак. В России вам большинство людей скажет, что выборы – это бардак. А почему? Как почему? Потому что каждый за себя, каждый олигарх финансирует кого-то. И после этого... Они вам, вы знаете, они и Украину вам вплетут. Они расскажут, что сколько раз в Украине менялась власть, а реформы начались. О, я молчу, дальше не развиваю тему. Это старая песенка просто на самом деле. Да, мы это слышим с 2014 года, я вам скажу. Да, с 2004 года, на самом деле, после революции. Окей, смотрите, есть еще такая новость. Значит, в Беларуси планируют ввести смертную казнь за госизмену для чиновников и военных. Закон уже приняли в первом чтении. Что вы думаете? Да пустое. Пустое. Это батька хочет понравиться Путину. Батька как уж на сковородке. Ему надо что-то делать для Путина, а делать он для него ничего не может. Ему надо тянуть время. И вот он придумал такую фишку. Прикольно, слушайте. Молодец, батька. Слушайте, вот у него фантазия какая-то вот невероятная. То есть завтра он еще что-то придумает. Следим. Ну там же на самом деле хотят другое от него. От него хотят... полноценного участия белорусской армии в этой войне. А тогда что это? Отвлекающие маневры какие-то? Или просто тоже это, чтобы запугать внутреннюю аудиторию, помимо того, чтобы понравиться Путину? Хотя, не знаю, что там еще может понравиться. Мне кажется, аудитория у Лукашенко такая, прям вот тех, кто его поддерживает, намного меньше, чем тех, кто поддерживает Путина в России.
Мне кажется, вот эти протесты показали свое. То есть даже если люди сидят там в белорусской деревне, молчат в тряпочку, мне кажется, они ничего хорошего о Лукашенко не думают, и он это знает. И ему вот вертеться ужом на сковородке с каждым днем вот все труднее и труднее. Не знаю. И еще он знает, что если он вдруг белорусскую армию каким-то образом куда-то попробует ввести, то, блин, пипец настанет этой белорусской армии. Причем вот непредсказуемо. Вот она реально может повернуться против него самого, понимаете, и пойти его свергать. Вот легко. Я могу в это поверить. Прошу прощения, давайте несколько отвлечемся от темы Беларуси и вновь вернемся к Путину, потому что вот сейчас, буквально, когда мы с вами продолжаем обсуждение, приходят новые сообщения. Путин сказал следующее. Мы с ума не сошли. Мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Это пугалка опять или что это такое? Да-да, пугалка. Абсолютно. Она одновременно пугалка, одновременно для внутреннего пользования. Опять население в России скажет, о, видите, у нас Путин с ума не сошел. А мы уж вчера за рюмкой чая с Михалычем тут думали, что, блин, что-то, по-моему, Путин с ума сошел. А он, видите, говорит, нет, я не сошел с ума. Ну, Михалыч, я же тебе говорил вчера, Путин не сошел с ума. Помнишь, мы за рюмкой, так сказать, на второй бутылке, ты мне говорил, что нет, Путин сошел с ума. Нет, не сошел, видишь? Он ядерное оружие не хочет применять. Нормальный он наш Путин-то, Михалыч, поверь. Слушайте, ну хорошо, в случае, например, да, условно применения ядерного оружия, ответ будет зеркальный. То есть, не зеркальный. Все хором говорят, что ответ будет не ядерным оружием, а высокоточным, но не ядерным. Конвенциональным оружием, да. Мы это слышали, да? Но все равно это приведет в упадок и Черноморский флот, значит, и военных Российской Федерации и так далее. В любом случае это значит равно проигрыш, да, поражение. Тогда к чему эти все пугалки, к чему эти все месседжи? Это опять же... Ему деваться некуда. Ему нужно отыгрывать эту пьесу. Он, понимаете, он как вот... кто это сказал? Что он 24 февраля прыгнул с небоскреба. И он летит вниз. Летит. Он не может остановиться на 5-м этаже, на 7-м этаже. Он все равно шлепнется вниз. Вы понимаете? И вот он вот пролетает и выполняет свою вот эту вот... Над 7-м этажом он хрюкнул, над там 5-м этажом еще что-то. Ну, неизбежно. Ну как? Ну вот что ему сейчас? Ему или застрелиться, или продолжать вот играть вот в эту вот игру. Как ему это удается психологически, для меня загадка. Вот для меня больше всего, да, вот как он умудряется вот это все говорить. Как он ему, вот я не знаю, это на самом деле, может он и сумасшедший, но при этом нервы у него какие-то, блин, феноменальные. Я даже не пойму, они крепкие или гибкие, но они какие-то такие особенные, которые вот нормальному человеку не свойственны. Ну, никто бы в этой ситуации из более-менее нормальных бы, мне кажется, не выдержал бы, что вот уже 9 месяцев идет вот такая, ну, херня полная. Ну что, Путин не понимает, что идет полная херня? Понимает. И при этом продолжает, а давай мы сейчас изобретем, вот я это скажу на этой вот завтрашней пресс-конференции, про мобиков, да, да. То, они там сидят, вымеряют, так, что, 300, 150 есть, 150 нет, да, 200 скажем, нет, на 200 мало, вот они что-то считают, понимаете, для этого всего надо иметь какие-то феноменальные нервы, да, вот они есть у этого человека, я диву даюсь, а сколько их еще, насколько их еще хватит, хрен его знает. Ведь Кондратий, он же человека хватает так, ну, неожиданно, да? В заключение хотел спросить, как вы смотрите на ситуацию с телеканалом «Дождь»? Потому, я уже устал следить, на самом деле. Там каждый день какое-то новое заявление, новый поворот, что-то там новое происходит. Сегодня я прочитал новость о том, что около кремлевские чиновники, значит, рассматривают возможность, зондируют почву, значит, для того, чтобы позволить журналистам «Дождя» работать на территории России. Красиво. Ой, кто же это придумал? Подождите, я даже сейчас не соображу. Ну, вокруг «Дождя» очень много пиара. И больше всего пиара ловит, конечно, хозяйка «Дождя» Наталья Синдеева. Ну, для нее это прям вот суперзвездный час. Ну, такой подарок от властей Латвии. Про нее все вспомнили. Она сейчас спонсоров себе привлечет. То все. И вот эту вот изощренную штучку, такой вброс сделать... Неужели она сама это придумала? Или кто-то для нее из доброжелателей? Ой, я не могу. Слушайте, я не могу. Я к «Дождю» отношусь профессионально. Ну, по-моему, они работают слабо, лениво, бездарно. Я, ну, не могу я это смотреть. Это полное фуфло. Так нельзя работать.
Вам огромное спасибо за этот разговор. Очень круто и очень интересно. Спасибо вам большое, Глеб. Всего доброго. Желаю успеха, спасибо. Глеб Яник, был с нами, друзья. Не забудьте подписаться, будь ласка, на наш YouTube-канал «Фабрика новин». До встречи, ще побачимся.